Привет! Привет! Вы на канале Саша ТВ. Мы придумали снова, что готовить. Сегодня у нас сладкое блюдо. Мы готовим пирог. Очень простой и вкусный. Пирог с вареньем и кефиром. Вот наши ингредиенты. Стакан кефира, стакан варенья, полстакана сахара нам понадобится и полтора или два стакана муки. Там мы посмотрим. Одно яйцо. Сода, ванилин и разрыхлитель. Ну что, поехали, Саша? Да. Соединяем все наши ингредиенты. Для начала мы выливаем кефир. Кефир нам надо добавить. Варенье мы используем малиновое. Да. Давай.
Ингредиенты 2 стакана муки. Тесто получается не очень густое. Мы не забыли сказать своим зрителям, что мы же готовим не простой пирог, а пирог мультиварки. Такая штука у нас. Варка сама устанавливает время и отключается тогда, когда наш пирог уже будет готов. Распределяем, чтобы было выпечку и старт. Все, время пошло, наш пирог будет готовить. Мы будем с нетерпением ждать его приготовления. Наконец-то мы дождались, спекся наш пирог. Спасибо. А то опустится.
хватит. Еще. Хватит. И последний штрих. Вот такая. Ну что, будем резать? Да! И будем пробовать. Да!